Вручение дипломов – это самый долгожданный праздник для вчерашних студентов. Более 100 выпускников Челябинского государственного университета сегодня получили дипломы, около 20 из которых красные. На вручении побывало несколько наших корреспондентов. Кто-то по работе, а кто-то в качестве выпускника. Для студентов вручение диплома является самым ожидаемым событием. Ради него сданы сотни зачетов, десятки экзаменов. Наряду с этим приобретены важные знания и крепкая студенческая дружба. Студенты Челябинского госуниверситета сегодня получили в руки результаты своих 5-летних трудов, с которыми они отправятся во взрослую жизнь без педагогов и кураторов. Ну, что пожелать выпускникам? Ну, конечно, жизненного успеха, исполнения всех их желаний. И я думаю, что эти цели вполне для них достижимы. Потому что успеха достигает тот человек, который смог преодолеть себя. А студентам приходилось преодолевать себя каждый день. Да? Свою лень, свои желания, да, где-то какие-то трудности. И вот сегодняшний день вручения дипломов говорит о том, что они-то успешно преодолели себя сами. И поэтому жизненный успех им 100% обеспечен. В своем дальнейшем успехе не сомневаются и сами вчерашние студенты. Ведь университет – это небольшая модель взрослой жизни, где без упорства и труда невозможно стать лучшим. Об этом не понаслышке знает студентка Виктория, которая ради красного диплома не спала ночами, готовилась к экзаменам. И это я не знаю, как это объяснить, это прям переполняет тебя. Просто с самого утра сегодня эта прическа и все остальное. Это замечательно, на самом деле. Я считаю, что каждый должен попробовать и вот ощутить это на себе. Каждый студент по-своему талантлив и одарен. Активная жизненная позиция, присущая молодым, двигала студентов к новым вершинам. Многие студенты вместе с дипломами получили грамоты и благодарственные письма за активную жизненную позицию. Диплом вручается Каблукову Игорю Анатольевичу. Мы еще всем хотим сказать, может быть, кто-то не знает, что Игорь у нас стал первым стипендиатом имени Маркса Моисеевича Радашкина. Долго шли к этому, очень рады, наши труды оценены. Очень волнительный такой момент сегодня, день, и хочется выразить огромную благодарность преподавателям за то, что терпели нас, за то, что помогали, за то, что поддерживали всем моим одногруппникам, за то, что были всегда рядом. Надежное плечо, надежная опора лично для меня, для каждого из нас. Теперь вчерашние студенты готовы вступить в новую жизнь, полную трудностей и радостей. Но настоящих студентов этим не испугать. Поэтому остается пожелать доброго пути юношам и девушкам. Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».